Приветствую, дорогие друзья, после долгого перерыва наконец-то продолжаем мы прохождение игры From Total War. Вот смотрим на гидонской экспансии. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. 17, а у нас здесь господин! Бои с германцами. Нужно нам подтягивать сюда наши дополнительные силы. Так, вот уладчики тоже доделаем здесь. Армия. Где можно, там выводим. Давайте через Ювалму выйдем. Так, вот из Бибракта можно огонь перебросить туда. Господин! На германский, так сказать, фронт. Полковник! Полковник! Император! Император! Господин! Так, все, начались наборы. Ну, сами за нас у нас больше пока нету. Вижу скрипт. Что у нас тут на близкой земле? Доделаем мы здесь армию, понятно. Здесь у нас что? Город по-прежнему в нашей осаде. И берите его не спасу, ничего ему не поможет. Так, куда дальше? Дальше давайте посмотрим на эскадре. Вот распустим тут отряд танцеров. И наймем здесь вот этих вот ранних коротких пионеров. Так, ну здесь у нас вылазка, насколько я понимаю. Господин! Атаковать врага! Ну, даже преимущество тем четырем. Ну что, без лишних предисловий. Начинаем выводить пехоту. Выходим сразу сюда вот.
как все пехоте вышло вся, давайте переводим кавалерию. Так, ну все, сейчас выходит наш кавалерий, давайте еще вот эти вот два зря силков выведем. Так, мы начнем бой. Подходим к врагу. Так, здесь не вспомогательный, по копейщикам никто. Тяжелые копейщики все. Как отходит к линии, давайте приближаемся к линии. Так, давайте с этим флангом начинаем бой. Так, нет, сейчас давайте не играть, не уходите. Он, они все ночью побежали уже. Вообще паника хватила. Ответ врага. Враги показали, чего они стоят на самом деле. Они не солдаты, они просто
пугарой кровь. А успеваем перелавливаем. Так, разбегание 537. Все, победа наша. Еще не все, хватался. Вот он бегает. Ну, это точно все, победа. От своих полководцев побед. И сегодня он получил то, чего требовал. Бла-бла-бла, потеряли мы 69 бойцов своих, граф потерял, ну, понес большие потери. 1090 они потеряли. Все, здесь пока вопрос решили мы. Давайте переобучимся. И теперь переходим на юг, туда вот к югу. Здесь наши войска осаждают Кирену. Кирен у нас в осаде, господин. 8 ходов до сдачи. Отлично, тут у нас все нормально. Так, что здесь? Здесь, значит, видим нашу армию сюда вот. И пойдем сейчас отсюда на Симу. Все, так смотрим, что у нас тут дальше. Так, здесь осталось еще один отряд нам сделать, господин. Усадили, блин, еще долго нам здесь не бежать армию, 70. Армия готова. Ну что ж, можно нажимать конец хода. Блин, давайте отступим. Отступает. Ага, атаковали нас иберийцы на мосту, ну что же, давайте.
Так. Защиту. Лучников эту защиту убираем. Так, пехоту выстраиваем сюда. Вот сейчас мы тут позиции на мосту займем. Лучников прямо напротив моста выстраиваем. И кавалерию куда-нибудь на фланг. А, вот мы еще забыли отряд. Все, начинаем битву. Враги привели на поле боя еще людей. Добавили. Хотел так зацеплять, вот так вот давайте зацепимся. Опа, они еще и с этого подходят же. Подкрепление у них. Блин, кто он здесь? Парень. Давайте, может быть, попробуем кавалерии их снести. Я охотно их сейчас пехоту отвлекать, но больше мы там построились уже против той вот армии. Давайте вперед, разнесем их. Еще один отряд ушатали, давайте дальше. Еще один готов, и давайте на этот вот. С этим, кстати, будет скупотить. А, нет, моих сразу убежали. Будет скупотить. Убежали, убежали, ладно. Вражеский полководец убит, и сейчас его люди боятся вас. Настало время форсировать атаку. Капитан Микел погиб. Так, все, кто-нибудь, Валерий передвался поближе к мосту. Одному вот это удалось бежать. Здесь враг безуспешно, как мы видим, пытается форсировать мост. Так, давайте попробуем вот так вот пехоту теперь надавить. Вражеский полководец убегает. Попробуем усилить следа за врагу в панику. Во время битвы и вовсе невероятно. И теперь давайте привлекаем кавалерию дальше.
Блин, наш кавалерия, пока ты бежишь, как здесь уже уйдет. О, они, кстати, нас по-умному место сделали, здесь же блок есть. Я не знаю, почему как меня его не использовали. Да, здесь вот есть дроп. Его видно сразу. Гоняем всех тех, кто не успел, не успеет бежать. Конечно, продолжим. Ничего не стоят на самом деле. Они не солдаты. Они просто пункеры и кролики. Это страшные побоище, доберите здесь. А куда деваться? Они сами пошли, может быть, атака. Все, победа. О, мы даже потеряли 20 воинов всего с нашей стороны погибло. Потерь врага почти 1500. Получили лучки, если наши отряды. Ну что, с этим набором? Гактами тоже продолжаем играть. Армию и всех бросаем на германцев. Все, что у нас есть свободного. Бросаем все на германцев. Напрашивать на уничтожение, давайте не будем заставлять их долго ждать процесс. Так, где у нас набор, как он его саморобрили. Ветерин делает пантера. Так, вот лучники доделаем лучников. Блин, здесь наемные лучники. Блин, то делать по 4 хода. Ну ладно. Это делается. Тем более. Я думаю, не к спеху. Так, собирание. Здесь армия готова. Позволение опять плащников делаем. Горам все уже полный город. Так, далее Камаладун. Здесь полностью комплектованная армия. Делаем следующую армию здесь.
Сколько у нас, кстати, жили? 7,5 тысяч. Так, сарбитов. Давайте еще отряд передвижных скорпионов сделаем. Галика, значит, еще остался один отряд у нас. Блин, ну здесь сначала будем снимать осаду, наверное. Так, если нет никого делать. Так, в этот раз нам осадили сразу 2 города. Ну что ж, придется с 2 городов снимать осаду. Все, по наймам прошли, теперь по строительству. В Гергове строим акведук. В Цирте строим кирпичик. В Шкодре строим стрельбище. Значит, в Тингисе строим великий форум. Блин, налоги поднять до очень высоких, у нас население будет расти. Так, лимоном, значит, делаем армейские казармы. Изучаем. Идем дальше. Так, в Бураке строим порт. В Дептис Магни строим рынок. Внимание, здесь кавалерий отряд еще один. И все. Ох ты, у нас 15 тысяч минусов. Ну куда же деваться-то? Так, ну что, смотрим, что у нас. Сначала с иберийцами. Так, мост не много, но не перекрыли мост. Это значит, что и руны не спасли, никак уже не смогут. Последний ход остался. Так, идем строить сюда вот. И идем. Подтягивают они еще резервы к Нуманцию. Полководец! Уходим! Ходов больше нет, господин! Так, все свободные части двигаем срочно на Нуманцев. Все, что у нас есть свободно, выдвигаем на север. Уходим! Приходи! Так, зевал мы тоже выводим. Полководец! Император! Приходи! Полководец! Приходи! Император! Господин! Господин! Полководец! Вперед! Ходов больше нет, господин! Приказы! Так, подводим с 5 минут нашу силу, ну да. Вряд ли, конечно, господин. Уже успеем. Полководец! До захвата Рубия. Рубия они, скорее всего, возьмут. Да, капитан. Да, капитан. Приходим теперь сюда, на юг.
на фронт Селестинский. Здесь у нас по-прежнему пока без изменений. Да, капитан. Готовы поднять паруса. Да, капитан. Так, что здесь хоть за огни к нас атаковали? О, и так. То есть можно победить без особого напряга. Здесь, конечно, немножко посерьезнее, но тоже, ну сколько здесь агем? Раз, два. Только два отряда агем. И два отряда серебряных щитов. Это, я думаю, не такая большая проблема для нашей армии. Так, все, Кирилл, осаждаем, 7 ходов. Здесь, значит, выдвигаемся на Сиву. Вперед! Ходы кончились, господин! Приказы! Вперед! Ходы сделаны, господин! Все, двигаемся здесь на Сиву, собственно, в направлении. Все везде набирается. А почему медиалан не набирается? Так, мы упустили этот момент. Так, синтез, давайте посмотрим, там растет. Да, 1%, пока все нормально. Так, ну что, давайте, может быть, хотя бы одну вылазку что-нибудь сделать. Эту серию. Полководец! Атаковать врага! 7-4 опять не сильнее. Так, выводим, как всегда, сначала пехоту. Ускоряемся. Так, мы ставим пехоту здесь. Выводим кавалерию. Выводим передвижные шпионы.
Все, давайте выходим к врагу. На расстоянии прямого контакта. Вот сюда вот. Так, давайте сразу немножко пойдем сюда вот. Передвижим, скажем, пускай такой контрактов. С этого фланга. Сюда перебрасываем кавалерию. Так, перестраиваем этот отряд для атаки контрактов. Ой-ой-ой-ой, тут уже наш фланг уже зацепили. Теряться свою газовую мощь, враг уже пытается отступить. Блин, серебряные щиты выдвинул свои копья. Можем ли мы их одолеть? Все, они не выдержат, да, нафиг все. Добиваем их. Так, застреливаем передвижным скорпионом, кого можно. Так, здесь отряд таким держится в бою. Усталые же, но еще не обессилевшие. Ладно, давайте все равно попробуем с кавалерией. Сейчас у нас времени нету. Ну, давайте добиваем их. Сообща.
Продолжаем битву. Побиваем врага. Все, победа. Рим требует от своих полководцев побед. И сегодня он получил то, чего требовал. Отлично, победили мы. Получили некоторые наши воины лучки. Победа! Жалко, генерал ушел. Ладно, ничего не попишешь здесь. Так, пополняем наиболее приедевший отряд сначала. Да тут, в принципе, все у нас нормальные. Пехота у нас почти вся целая. Давайте кавалерии немножко доделаем. То есть все. Так, ну что, на этом наша серия завершаем. Всем пока.